Hi, my friends. We continue our playlist. Так, продолжаем разбирать предлоги. Преступники скрылись от полиции. Преступники скрылись. The criminals скрылись. Escaped от полиции. From the police. The criminals escaped from the police. Мне нужно перевести этот текст на английский. Мне нужно перевести. I need to translate этот текст, this text, на английский. Мы с вами говорили на какой-то язык, это into. Into English. I need to translate this text into English. Переведи это предложение с русского на английский. Переведи. Translate это предложение, this sentence, с русского на английский. From Russian на английский into English. Translate this sentence from Russian into English. Он винит меня за все. Он винит меня. He blames me за все или во всем. Значит, винить кого-то в чем-то. Это blame someone for something. He blames me for everything. He blames me for everything. Или можно сказать по-другому. Он винит во всем меня. He blames everything. Он винит во всем меня. Тогда используется другая конструкция. Конструкция используется blame something on someone. Тогда здесь уже предлог идет on. Знаете, он винит во всем меня. He blames everything on me. He blames everything on me. Не надо жаловаться об этом. Не надо жаловаться. То есть, дословно, не жалуйся об этом. Don't complain. Don't complain об этом. About it. Don't complain about it. Но, в принципе, здесь и так понятно, что... Видите, about. Есть, в принципе, без каких-то подводных камней. Don't complain about it. Далее. Мы помешали этому произойти. То есть, дословно, мы предотвратили этого от того, чтобы произойти. Вот смотрите, есть глагол предотвращать. Prevent. Значит, предотвращать, помешать. Но обычно предотвращать. Значит, something, предотвращать что-то от того, чтобы произошло оно. Prevent something from happening. Мы когда с вами разбирали глаголы, тоже про эту конструкцию говорили. Соответственно, мы помешали этому. We prevented it. Произойти. Это from и глагол с инговой формой. From happening. Здесь просто на примере у нас именно happen. We prevented it from happening. Помните, у нас с вами был пример с болезнью, когда мы с вами разбирали. Значит, они помешали этой болезни распространиться. Тогда будет, соответственно, использоваться предложение. Они помешали этой болезни. They prevented этой болезни this disease распространиться from spreading. They prevented this disease from spreading. Итак, the criminals escaped from the police. I need to translate this text into English. Translate this sentence from Russian into English. Blame someone for something. He blames me for everything.
blames something on someone. He blames everything on me. Don't complain about it. Prevent something from happening. We prevented it from happening. They prevented this disease from spreading. Я хотел бы поздравить тебя со сдачей такого сложного экзамена. Я хотел бы поздравить тебя. I'd like to congratulate you. С. Значит, запоминаем, что поздравить с это congratulate. Значит, on. I'd like to congratulate you on. И далее, если какое-то действие, то идет глагол с инговой формой. Значит, со сдачей on passing такого сложного экзамена. Such a difficult exam. Точнее, не только запоминаем, но вспоминаем. То есть, это мы с вами разбирали. I'd like to congratulate you on passing such a difficult exam. Я думаю, у меня получится достичь этого уровня. Я думаю, у меня получится... I think. У меня получится, то есть я буду успешен. Это у нас с вами оборот. Succeed in doing. Я думаю, у меня получится. I think I'll succeed. Достичь этого уровня. In reaching this level. Вот смотрите. I think I'll succeed in reaching this level. Здесь видите, когда я произношу, мне сразу автоматически другое слово слышится. Но давайте, чтобы вам тоже это слышалось, давайте еще другой пример разберем. Я думаю, у меня получится обогатить свой словарный запас. Я думаю, у меня получится... I think I'll succeed обогатить in... Обогащайте будет enrich... Enriching... Мой словарный запас, my vocabulary. То есть, видите, здесь enriching. То есть, когда вот не смотрим, произносим, может тоже послышится это слово. Но здесь понимаю уже из контекста. I think I'll succeed in enriching my vocabulary. Она улыбнулась мне. Она улыбнулась. She smiled мне at me. She smiled at me. Я справлюсь со всеми этими трудностями. Я справлюсь. I'll cope с, with, со всеми этими трудностями. With all these difficulties. I'll cope with all these difficulties. Она вошла в это здание. Она вошла, she entered в это здание, в это здание, she entered this building. Значит, будьте внимательны, действительно, есть глаголы, хотя вот мы на русском говорим, какой-то предлог не переводится, в том, что это enter, she entered this building, она вошла в это здание. Или, например, ты повлиял на меня очень сильно, ты повлиял на меня... You influenced на меня, me, очень сильно, greatly. То же самое, запоминаем, что ни enter, ни influence не требует после себя предлога. Итак, they prevented this disease from spreading. I'd like to congratulate you on passing such a difficult exam. Succeed in doing. Congratulate on. I think I'll succeed in reaching this level. I think I'll succeed in enriching my vocabulary. She smiled at me. I'll cope with all these difficulties. She entered this building. You influenced me greatly. Она смеется над ним сейчас. Она смеется. She's laughing над ним at
him. She's laughing at him. Вопрос. Над кем она смеется? Имеется в виду вообще, над кем она смеется? Получается, who? Если what, это над чем? Давайте спросим сначала над кем, потом над чем. Над кем, who, она смеется? Does she laugh at? Who does she laugh at? Если над чем она смеется, получается, what does she laugh at? What does she laugh at? Далее, если в настоящем времени, в настоящем продолженном, например, над кем она смеется сейчас? Получается тогда, who is she laughing at? Who is she laughing at? Если, соответственно, над чем, соответственно, she сейчас подправим. Значит, если над чем она смеется сейчас, получается, what is she laughing at? То есть, помним про это. И вспоминаем также правила пассивного залога, мы с вами подробно разбирали. Над чем смеются? То есть, над чем вообще смеются? Получается, what is laughed at? Над кем смеются? То есть вообще, над кем вообще смеются? Who is laughed at? Если в настоящий момент времени, над чем смеются сейчас? Вспоминая формы, получается, what's been laughed at? What's been laughed at? Над кем смеются сейчас? Who's been laughed at? То есть, имейте в виду, это также может быть в пассивном залоге. Далее. Это пахнет лимонами. Это пахнет. It smells лимонами. Значит, пахнет чем-то of lemons. It smells of lemons. Это пахнет яблоками. It smells of apples. It smells of apples. Я хотел бы извиниться за это. Я хотел бы извиниться. I'd like извиниться to apologize за это for it. I'd like to apologize for it. Я бы не настаивал на этом. Я бы не. I wouldn't настаивал на этом. Insist on it. I wouldn't insist on it. She's laughing at him. Who does she laugh at? What does she laugh at? Who is she laughing at? What is she laughing at? What is laughed at? Who is laughed at? Здесь, видите, также можно было сократить не what is, а what's или who's. Как здесь. What's been laughed at? Who's been laughed at? It smells of lemons. It smells of apples. I'd like to apologize for it. I wouldn't insist on it. Это напоминает мне о моем прошлом. Это напоминает мне. It reminds me of моем прошлом, of my past. It reminds me of my past.